Мне Антон тут такую увидел, тебя сейчас будет лежать. Косплей пати. Я тоже хочу Мне можно будет такое? Блин, ну вот мне надо это костюм придумать. Ani çay pişiriyorum. Ha. Çay çay. Вау. Да, отойди, 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 отойди. Да, весело. Видите меня? Короче, попали. Вот, зашли в Natural Cosmetics и понеслась. А наши женщины просто... Кстати, встретил девчушку, которая учится здесь, в корейской школе языковой. Вот, и она, говорит, здесь находится, работает уже месяц. Вот, ну, как бы подработка. Хотя были очень удивлены, когда зашли, как бы не знали, что, где, как. Получилось так, что хлопок только на русском языке. Приятно. Набрали, короче. Вот так хлопать. Мне уже намазали. Короче, мы все оттуда выбежали, друга затащили. Ну там, знаете, классно, реально повезло. Девчушка попала шустрая. Вот, там одну, другую, третью. Давайте, говорит, бегом, все пакуй, давайте сюда. А у них, я как понял, с продажи, они оформляют. Все по паспорту, четко прям. Вот, напихала подарков. Дочери получилось пудру дала, тональник для кожи бесплатно. Куча масок. Короче, вот все, что сверху лежит, вот, как ей там, все, короче, бесплатно вообще. И плюс ко всему еще и скидку дали. Вот. В принципе, неплохо, да. И находится вот прям на входе, там прям большой-большой павильон Natural Cosmetics. Я думаю, кто знает этот бренд, очень хорошо, тот знает актер, который его рекламирует. Он чертился. Очень не знаю. Чем нас уже все это задостало. Вот мы на пару тут с Денисом просто от них и делать. Уже все. Они тут вот здесь лавочки выставили нафиг, чтобы при входе мужики садились. Денис, тебя там зовут. Ну что будет? Да нас уже заебало. Убейте нас. У меня уже просто батарея не выдерживает, реально. А магазинов тут... Адибас, смотрите-ка, есть. Дядьками. Тем не менее. О, господи. Кстати, вон и Nature Cosmetic, зелененький прям полностью домик. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Домик на Мендоне есть. Да, вот. Девчонки будут лежать в восторге и фотаться вот с этими картинками. Стопудово. Да, еще знаете, что я вам скажу? Лучше всего обменивать валюту здесь на Мендоне. Реально лучше намного курс. Вот смотрите по иенам, юаням вернее. Здесь 171 аж, то есть предыдущий было 170. А в банке мы вчера меняли, что-то курс был 162 что ли. То есть здесь практически как на Форексе, на бирже, на торговой. 1133 доллар. То есть очень хорошая прайс здесь. Цена, вернее, извиняюсь. Реально. А так ведь тут народу китайцев, японцев, естественно, корейцев. И откуда только нет, из Сингапура, из Тайваня. То есть, знаете, у меня просто, как говорится, многоязычные личности в компании, поэтому они различают, кто примерно откуда по языку. А сейчас мы находимся в этот магазин Anisfree, называется. Вроде как, здесь тоже говорят, хорошая косметика. Подается кому как, но наши там тусят, а я туда идти не хочу. Вообще не хочу. Ай, батарейка садится. О, она пришла. Мама.